Это потрясающий кусочек прошлого нашего детства, хорошего, замечательного. И ну, в одну в реку дважды не входит. И у него своя абсолютно жизнь, своя карьера. У меня совершенно своя. У нас диаметрально противоположные взгляды на музыкальные. И вряд ли это было бы вообще технически возможно просто. Мы просто очень, да, с ним разные люди, и вот друзей не надо иметь, с ним надо дружить, как говорит мой отец. Вот мы потрясающие друзья, у нас все хорошо, у него все отлично, у меня все замечательно, и вот так лучше все оставить. Мы в нормальных, абсолютно в отличных отношениях уже много лет. У нас были, конечно, какие-то такие подростковые, но мне все-таки 30 лет, ему 33, поэтому ну, уже как-то уже давно прошли времена контров каких-то войн. Мы с ним выступали вместе на его концерте сольном в Крокусе в Москве. И было достаточно весело, забавно. И мне, и ему такая ностальгия была добрая.